Италия не так далеко, как кажется, и это не только хорошие спагетти с кетчупом или красивые автомобили. Небольшая европейская страна известна и производством сельскохозяйственной техники. Утром официальная делегация вместе с главой администрации города Олегом Гусынским посетили одно из стратегических предприятий – завод «Кустекстильмаш». Итальянская сторона, проведены предварительные переговоры, высказано однозначное желание работать в Пензенской области. Площадка вашего завода этого однозначно подходит для этого производства, поэтому мы будем настаивать на том, чтобы это производство перенести сюда, в Кузнецк. Кузнецк – город перспективного развития. Я думаю, что пару таких производств, если мы сюда привезем хороших инвесторов, то город оживет. Станок для легкой промышленности и стенку из «Кустекстильмаша» последний раз вышел аж 10 лет назад. Теперь на предприятии выполняют заказы для нефтяной и газовой промышленности, работают над новым конвейером для современного автозавода в Чеченской Республике. Освоили и производство новых сельскохозяйственных машин. Готовы здесь освоить и итальянские технологии. Наверняка есть аналогичные площадки в целом по многим муниципальным образованиям Пензенской области. Нужно доказать, что Кузнецк в этом смысле для итальянских инвесторов лучше. А как доказать? Это площади, это логистика, это железная дорога, это транспортная развязка. Сейчас оборудование на предприятии загружено всего на 60%, а значит, есть потенциал. Итальянским инвесторам интересны не только пустующие производственные площади. После открытия нового направления дополнительные заказы могут получить токарные, сварочные и сборочные цеха завода. Производство итальянской сельхозтехники в Кузнецке позволит создать здесь еще 100 новых рабочих мест. Но самое главное – это серьезные финансовые влияния. Местный бюджет. Максим Лимонов, Александр Костерин. События. Кузнецк.